Вот и мы. Чё это за хрень? Это Prancer 15-го года, Honda из Албании. Помчались? Привет, друзья. Сегодня у нас хорошие фильмы, несколько комедий, подростковая комедия, комедия-мелодрама, есть даже драма комедийная. И боевик хороший у нас сегодня есть. И начнем мы сегодня с подросткового фильма, который называется «Просто пик». Фильм 2009 года. Фильм про подростков, такой хороший фильм, добрый. Чем примечателен еще он, что там снималась Бри Ларсон, такая вот актриса. Just Peck. A feel-good comedy about a feel-bad time. Peck. Yeah? Do you have a boner? I don't know. Следующий фильм, фильм под названием «Каникулы». Фильм 2015 года, из главных актеров там Эд Хелмс. Это очень хорошая комедия. Если сказать в целом, то, наверное, ничего особенного. Ну, по сюжету, в общем, едут в отпуск всей семьей, жена, муж и двое сыновей. Но шутки и приколы там есть такие, что... Шила, как у тебя в школе дела? Нормально. Так чё, как в школе дела? Вот как ты говоришь, дебил, лучше заткнись. Следующий фильм, это называется он «Птицы Америки». Фильм 2008 года, это вот как раз комедия-драма. Драма-комедия, комедийная драма. В главных ролях здесь снимается Мэтью Перри, и здесь, в принципе, еще много хороших актеров. Такой прикольный фильм, там крыша едет, и просто приколы. У него бесформенные руки. Это так надо? Привет. Следующий фильм, боевик под названием «Напролом». Называется он. Фильм 2011 года. Снимается там хороший такой актер Гай Пирс. То, что вот ждешь от боевика, вот есть в этом фильме. Плюс еще это фантастика. Такой чистый боевик. Без всяких там, когда там начинается что-то там. И, наконец, заключительный фильм, комедия-мелодрама, фильм 2011 года, под названием «Сколько у тебя?» Вопросительный знак. В общем, парень-девушка, и вопрос стоит, сколько было, ну, в общем, сколько у тебя было парней, сколько у тебя было девушек. И, в общем, у главной героини, которую играет Анна Фэрис, занимает такой вопрос. А, она прочитала в каком-то модном журнале, что, мол, если у девушки было больше 21 парня, то она как бы... Ну, а парень, которого играет Крис Эванс, ну, в общем, они вместе решают. Поужинаем сегодня? Ты выискиваешь своих бывших, чтобы не было... Всем хороших фильмов, всем удачи, всем пока. Оргазмотрон.